перед стартовым свистком, тем более, что погода сегодня явно, скажем так, не Мадрид. Вот Аверар Бело начинается обыгрывать. Только потом уже Снуков с поля и выходит Кака. Под восьмым номером. А пока угловой Реал подает, и что здесь? А это Месут Озил разгоняется. Кака сохраняет мяч, это опасно может быть. Прострел, Роналду ногой отбивает Вайденфеллер и... Лучше замену. Так, ну вот, смотрим, что здесь. Ну, наверное, все правильно. Да, гораздо интереснее посмотреть на вот это спасение. Знаете, здесь Кейн все-таки, если не толкал, Чакир показал продолжать игру. Хумельс. Аутриал бросает. Кака. Ди Мария. Бухон. Еще и победный гол. Вот Реал снова атакует. Роналду отличился Пепе. На последней минуте первого тайма забил снова Дортмунд. Но я все-таки хочу...